В республиканской экспериментальной школе-интернате «Арктика» начался учебный год. Учебное заведение примечательно тем, что в его стенах представители малочисленных народов Севера углубленно изучают свой родной язык и культуру. Сегодня здесь обучаются дети из 19 улусов республики, а также Амурской области, Хабаровского и Красноярского краев. В течение года учащиеся школы и преподавательский состав проводят множество внутренних мероприятий, а также участвуют в региональных, республиканских и всероссийских конкурсах, откуда не раз привозили награды. Выпускники школы «Арктика» после обучения с легкостью поступают в высшие учебные заведения, а после возвращаются в свои родные улусы. Школа у нас именно уникальна, интересна тем, что дети изучают свой родной язык, познают азы родного языка, изучают свою культуру, традиции и выходят из школы действительно такими людьми, которые гордо носят имя, как бы свое имя гордо, Эвенк, Эвен, Юкагир, Чукча. То есть дети выходят с осознанием того, что они являются яркими представителями своего народа. Вот это самое главное, мне кажется, цель нашей школы.